Сахалинские акулы не заработали ни одного очка в серии с Атлантом. На льду арены Сити команда проиграла обе встречи в основное время. Без борьбы отдали первый матч со счетом 1-5. Единственную шайбу забросил Богдан Чумаков. Во второй игре интригу сохраняли до конца, но сильнее оказались гости из Подмосковья. 0-2. Атлант вышел вперед в середине первого периода. Шайба на счету третьего звена гостей. С передачи Андрея Щербатова и Эмиля Фатыхова гол забил Арсений Крицын. Во второй 20 минутке и те, и другие имели хорошие шансы. Использовали свои моменты лучшие гости. Победную шайбу забросил Владислав Квон. Результат отрицательный, это да, но две разные игры. Вчера 1-5, две шайбы в меньшинстве пропустили. Вчера совсем другая игра была. Сегодня вроде и в движении не уступили, и пацаны с желанием играли. Где-то и моменты создавали, но мастерства не хватает. Холодной головы. Островитяне сохраняют седьмое место в серебряном дивизионе Западной конференции. Выше уже команда не поднимется. Последние два матча акулы проведут дома против АКМ «Юниор». Игры состоятся 19 и 20 февраля.